Вот после джипа сел покататься на Пиканте пару дней тут. Вот, чисто для сравнения, так сказать. Ну, по динамике Пиканта офигенная тачка, я могу сказать. Для ее очень скромных лошадок, мизерного налога и вот расход, например, мы видим, да, 7,9. Он как бы выше не становится. Ну, по-моему, зимой был там 8,2, что-то показатель. Но все равно это смешно, конечно, на уровне, блин, других автомобилей, так, среднестатистических. Это, конечно, очень хороший, выгодный, экономичный вариант. Вот. И, в общем-то, ну, если не нужно много комфорта, очень хорошей шумоизоляции, как я люблю, автомобильчик этот смело можно брать, я считаю. Потому что по оснащению, в принципе, самое необходимое здесь есть. Под обогревы сиденья, обогрев руля, тот же самый, который вот сейчас у всех Kia практически есть. В мультимедиа, кстати, звук достаточно добротный, то есть ни говно никакое, ничего, нормально звучит, все хорошо. Вот, и место в ней вот на первом ряду, на самом деле, более чем. Сзади, конечно, ну, должен сказать, что, конечно, блин, этот автомобильчик, он подходит только если ездить в нем одному, ну, максимум вдвоем с кем-то из пассажиров кататься. Ну, с девушкой, например, ездить. А если там сзади что-то возить или в багажнике, нет, совершенно, конечно, не тот вариант. Места там крайне-крайне мало, для этого не подходит. Но я должен просто вот хочу отметить, что очень офигенная динамика. Вот прям вот машинка сделана так, что на ней хочется ехать быстро. Причем она, в принципе, вот примерно около 2000 оборотов держит, если больше 60 ездить. А, и при этом, ну, как я уже говорил, расход маленький, но ей очень приятно управлять. Вот руль Kia... Они, блин, просто молодцы, как они это сделали. Бараночка такая очень-очень приятная. Она и не огромная, она такая достаточно компактная. И сам рельеф ее от обода очень-очень хороший, очень приятный. Блин, и, конечно, вот, ну, не знаю. От рулежки прямо одно сплошное удовольствие. Честно, я не ожидал. Шумка, конечно, ужасная, реально. Шумоизоляция, вот как моторчик работает, очень хорошо слышно. Но, кстати, я должен сказать, что... Опять же, то ли из-за звука двигателя, то ли из-за чего. Но в ней, вот, например, звук двигателя очень хорошо слышно, а шуршание гул шин от дороги как раз-таки нет. А вот я почему Optima продал, чем она мне не нравилась, у нее очень сильный был гул от колес. А двигателя вообще практически не было слышно. Он там на 1500 оборотах, на 1200 ездил, меня вообще никак не раздражал. Гул от колес меня просто достал. Шумоизоляция просто отвратительная для машин такого класса, поэтому я и поменял на джип. А в Пиканте, я должен сказать, что гул от колес не очень сильный, но мотор очень хорошо так звучит. Ну и в целом, шумка, конечно, блин, ну... Я думаю, что доп-шумку тут, конечно, можно сделать, но не вижу смысла в таком автомобильчике. А так, в целом, блин, слушайте, одни положительные эмоции. Вот эти вот несколько дней покатался в ней по городу, блин, прям в одно удовольствие. Автомобильчик, конечно, не для трассы. Он такой, сугубо для вот города, где нужно... чтобы машинка мало места на парковках занимала, чтобы она была достаточно шустрая, юркая. И это, конечно, отличный вариант. За те деньги, что за нее просят. Даже за новую. Ну, за новую, конечно, многовато. Новую я бы не стал такую покупать. Но бушную в районе там 650 тысяч офигенная. Там годовалую, двухгодовалую. Просто шикарный вариант. Вот могу рекомендовать.